125 CSKA, май 2014 года. У нас вторая квалификация. Бейс против Фирза. Началась у нас игра. Красный здесь достанется также Бейзу. Казалось бы, простой прыжок, но на самом деле он даже сложнее, чем с распрыги, естественно. Я думаю, вы понимаете. Желтый сейчас появляется, 10 секунд до красного и хорошая реакция. Но здесь даже дело не столько в реакции, сколько в том, что преимущество по стеку было. У Бейза красный сейчас он не дожидается, но за счет этого забирает мегу. Красавец. Красавец. Все правильно сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Глушь широкий джамп уже. Нет? Сократить время пребывания. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И минус Фирс еще раз. 2-0. Неплохо пока получается. Мега сейчас появится. Пытается Фирс напрячь, но на самом деле не то, что напрячь, а просто забрать мегахелс. Ой, фу, мегахелс, какой у нас шафт. Неплохо подрейлил, сейчас может забрать мегу. Забирает мегу Фирс, но уйти теперь тоже. Получается уйти желтый за Фирзем. 100-100 стек, хороший рейл дает здесь Бейс, четко. Сюрприз, действительно сюрприз. Еще один рейлган, совсем слабым остается там Фирс. Отжимает позиционно пока только, ну и теперь полностью забирает две аптечки Бейс. Такие, блин, конечно, они хитрецы. Меньше чем на один рейл. Не попадает здесь Фирс. И минус от Бейза, красавец. Удержался на этом месте. Хотя, если бы хотя бы чуть-чуть бы Фирс попал, ну, в смысле, чуть-чуть, один рейлган был достаточно попасть в Бейза, чтобы его заминусовать. 4-0 счет. Ой-ой-ой, Фирс немножко сейчас. Ну тут как бы с одной стороны Фирс немножко неправильно поступил, но с другой стороны Бейс очень хорошо сделал, вообще не сдвинулся с места, остался абсолютно там же, где и стоял. И, честно говоря, не знаю даже это... Вот он весь Бейс на самом деле, очень хитрый майндгейм он играет, иногда сам себя запутывает, но иногда очень хорошо запутывает оппонента, когда они вкатывают, просто великолепно они, конечно, проходят. Ой-ой-ой, залетает здесь бабатка. Ой-ой-ой, еще одна бабатка залетела. Не сильно, она подкинула. Главное, что дотянулся до красного в такой ситуации. 10 секунд, беги. А Фирс, наоборот, мне кажется, немножко не парится. Пытается как-то... Без особых майндгеймсов 9 хп остается у Бейза. Не почувствовал этого Фирс. Да, почувствовал все же. Шафтом он здесь добивает. Красный появляется. Красный для Фирза очень в тему. Красный с мигой получается примерно в одно время. Не попадает здесь рейлган. О, вот это осаждающая граната. Вот это тоже сюрприз, блин. И не очень большой стек сейчас у Фирза. Аптечка обязательно нужна здесь. 10 секунд до красного. 10 секунд до меги. Минус от Бейза. 4 хп у него остается. Очередной сюрприз, как он по его собственному признанию. Не получается здесь контролить. Допрыгивает до красного. Мегахелс лежит. И мега будет тоже за Фирзом. Великолепный здесь рейлган. Отлично. Прыжочка. Не самый простой такой. Оп-оп-оп-оп-оп. Упрыгнул. Понял, понял. Фирз здесь. Где находится Бейс. Смотрите, уже 4-6. Как я и говорил, достаточно... Быстро тут все может меняться. Ой. Блин, сейчас тоже рисковал. Можно было сейчас еще раз не забрать красный. 100-100 стек у Фирза. Вот. Пять секунд до красного. Двести.
Пришла пора принимать и минус бейс. Бейс разбивается даже от Фирза тут. Под контроль на базуку не дотягивается прыжком. Прочекал сейчас, нет ли внизу самого бейза. То есть не упал ли он для того, чтобы попытаться запутать Фирза. Мега лежит. Не попадает. Тут Фирс не продолжает ломиться, понимает, что бейс сейчас на плюсбеке, причем хорошо так дефается. Не дает возможности напасть. .130 на 200. Воу-воу, две базуки. Какие базуки залетели сейчас от бейза. Великолепно. И смотрите, какой аэрокет сочнейший тут выдает Ферзянский. Сравнивает счет. Счет становится 5-5. Мега за Фирзом. Только граната сейчас у бейза. В общем-то, рейл достал. Но ему, наверное, так удобней. И повел в счете у нас Фирз. Сейчас будет красный. Не забрать даже шафта здесь бейзу. Размен вот этот аэрокетами, конечно, и директами замечательный. Очень сочненько получилось. 100 на 100 стек у Фирза. Не попадает он здесь рейлганом, становится опасно. Нужно быть аккуратным, хороший подрейл снизу. Опачки! И прям вторым туда добавляет. Минусует бейза. Размен директами. Выгоден он оказался Фирзу, потому что на секунду позже появился красный. Соответственно, как аптечками сейчас подзаправится и будет 100 армора минус бейс. Желтый лежит, желтый за бейзом, минус бейс еще раз. Ну, неплохо он, кстати, продамажил Фирза. Попадает на респект Ферзянский базукой. Даже не успел здесь рокет забрать. Красный появляется. Минус бейс еще раз. Пошло, Лакадий Петрович. Он немножко ломится сейчас, мне кажется. Бейс, ну, с одной стороны, с другой стороны. А что ему еще остается делать? Пытается он здесь принять на двух аптечках. Вызывает армор, в принципе, весь. Желтый сейчас появляется, рейл. Какие же жесткие рейлы от Фирза. Рейл, вот. Что рейл, что шафт. Фирз, конечно, в этом компоненте игры очень силен. Великолепный мув сейчас был. Аккуратненько обошел. Очень хорошо все получилось. Не ожидал бейс такого. Ого-го, еще раз. А здесь зарейливает у нас третий импрессив, получая Фирз. .25 хп. Минус бейс. 2 минуты до конца. Разрыв в 10 фрагов от Фирза. Ох, как граната зашла. Сюрприз, как говорит бейс. Это сюрприз реально был. Еще один фраг. Плохо продамажил, но на респе. Блин, вообще жесть просто. Смотри, что Фирз делает. Супер напряг. И GG.